красивый вид спорта. Физическая есть хорошая нагрузка. Игровая, красивая игра. Еще одна вещь есть для тенниса. В теннис можно играть в любом возрасте. Я начинал в 30 лет, а сейчас 97 продолжаю играть. Что 95, что 90. У меня режим не меняется. У меня один и тот же самый режим. Этот режим я сам себя разработал. Ну, что это? Ну, с возрастом я начинаю больше спать. У меня тянет ко сну. Я не отказываю себе. Я иногда сплю днем, иногда сплю ночью. 10 часов могу спать, когда я еду на корт. Самая большая мечта – это прожить еще несколько лет, хотя бы до 100. Люди говорят, живи до 120, ну хотя бы до 100, до 105, до 110. Это было бы замечательно. Это самая большая мечта. За это я борюсь. Если я доживу до 100 лет, я мечтаю не просто дожить, а дожить и быть активным. Хотя бы играть в теннис. Доступна мне сила. Может быть, не очень сильно, но как-то играть.